В машине арбузы и сумки с вещами. В этом грузопассажирском фургоне можно перевозить 7 человек, но инспекторы ДПС обнаружили, что транспортное средство переоборудовано. В грузовом отсеке нашли еще 12 пассажиров. Как отметили в региональном ГИБДД, переоборудование транспортных средств является грубым и опасным нарушением правил дорожного движения. Эксплуатация транспортного средства запрещается, если в конструкцию внесены изменения без разрешения ГИБДД, МВД или иных органов, определяемых правительством страны. Опасность внесения данных изменений заключается в том, что при перевозке пассажиров самодельные посадочные лежащие места никак не обеспечивают их безопасность. Поэтому в случае даже не сильного столкновения пассажиры рискуют получить серьезные травмы. Для детей тяжесть последствий такого дорожно-транспортного происшествия еще более значительно возрастает. На водителя составлены административные материалы за нарушение правил перевозки людей, а также за управление транспортным средством с незаконно внесенными в конструкцию изменениями. Водитель транспортного средства отстранен от управления и не может продолжить движение до устранения выявленных недостатков. Дина Исляева, телекомпания «Город».